И мы, когда правильно ходим в баню, всегда огромный прилив сил. Когда можно в баню ходить? Какое время дня? Зимой. Утром. Только утром. Культура. Культура. Пора становиться культурными людьми. Ходим в баню утром. И тогда после в баню ходишь с утра, часов 7, часов до 12, до 7 пота попарился, да, туда-сюда 7 раз, и вот у тебя прилив сил. А когда ты ходишь в баню вечером, это культ темноты. И, конечно же, после бани ты уставший. И более того, ты прожигаешь свой иммунитет, ты переслаковываешь свое тело. Ты устраиваешь рай для паразитов, когда ходишь в баню вечером. Потому что тело, как солнышко, оно с утра такое, ух! А после обеда уже тело, оп! И вечером уже тело, оно в состояние покоя переходит. А баня это всегда шок, чувствуешь, да? Вот это сердце стучит. Поэтому вот этот культ темноты. И вот это самый плотный прием пищи, явный, должен быть утром. Мой друг ездил к староверам, у которых сейчас по 10 детей в наши дни, которые в 90 лет садятся в позу лотоса, так же, как и в молодости. Грудь у женщин такая же, как и в 90, такая и в 25. И фигура такая же. Люди, то есть компетентные говорить о здоровье, правильно? Не то, что сейчас мудрствуют лукаво. Эти ученые в баню только по утра. Зачинать детей только по утра. А у нас по темной детей зачинают. Вот этот культ темноты. И дети вырастают невежественные. А надо, чтобы ребенок с утра зачал, как древняя русская наука говорит, камасутра. Кому с утра? С утра всегда в стоях у мужика. Когда здоровье в порядке, жаре тело, всегда у мужика с утра стояк. Если стояка нету, значит все, жар птица сдулась. Ты уже не мужик, а просто вжик. Происходит промывание системы. Ну, на всякий случай, чтобы поддерживать работоспособность на протяжении всей жизни. Вот. Детей с утра рожаем. И когда дети-богатыри рождаются культурными родителями, воспитанные, они такие сами вылазят, на живот положили, он чик-чик молока попил, потом так, здравствуй, мама, здравствуй, батя, где дрова, давай рубить. Вот такие нам дети нужны. А сейчас рождаются недоноски. Но уже у многих сыроедов, слава богу, рождаются дети, уже раз голову держат. И уже так осознанный взгляд, молчаливый, да, вот уже мы движемся к этим детям, о которых я говорю. С утра самый прием, плотный прием пищи. С утра такое входим в баню. С утра зачинаем детей. С утра рожаем. Вот это культура. Утро вечером, мудренее. До скольких утро длится твое? Встаем, когда заря зарядится. То есть, когда еще темно. На небесах звезды гаснут. Самая яркая гаснет это Венера, заря зарядится. Встречаем рассвет. Это время все время разное, зимой и летом, правильно? Мы живем по солнцу. Мы солнцепоклонники, крамольники, молимся рано, изначальному свету.